День добрых дел. Ангелина появилась на свет с синдромом Дауна. Однако ее родители не восприняли это как трагедию. У малышки были другие серьезные проблемы со здоровьем, поэтому близкие хотели только одного, чтобы она выжила. И все обошлось. Лина пошла на поправку, стала расти и развиваться. А вскоре в семье родилась еще одна дочка – Аня. Сейчас ей 4 года, и она называет свою старшую сестру ангелочком. Внешне Аня больше Лины, однако последняя понимает, что она старшая и что надо заботиться о сестренке. Ангелина защищает Аню, грозит ей пальчиком, если та ведет себя неподобающе, мирит с родителями. В центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра» Лина оказалась практически с рождения. Наверняка поэтому и результаты у нее ощутимые. Девочка с удовольствием танцует, поет, много говорит, слушает сказки, пишет и рисует. Одно из ее любимых занятий – складывание пазлов. Дома Ангелина помогает родителям по хозяйству, моет посуду, прибирает за собой, поливает и собирает урожай на даче. «Повезло нам с Ангелиной», – часто повторяет ее папа, а она в нем души не чает. К маме девочка тоже очень привязана. Вообще она начинает сильно скучать по родителям, если их долго нет. Но что поделаешь, работа в полиции, дежурство занимают много времени. Лине, безусловно, еще многому нужно научиться. Хоть девочка и искренне старается, ей и другим ребятам из центра «Дорогу и добра» без нашей помощи не обойтись. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующий СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.